Здравствуйте, ребята. Гансру, привет. Значит, у меня в руках АТ-44. Я сегодня вот только что познакомился с ним. Ну, через хрон попробовали. Этот, как его, плата у него нормальная, я считаю. Значит, где-то 90 выстрелов он нам выдал. Максимальная скорость была 280, максимальная. И потом где-то до 40 атмосфер упало давление, значит, в этом барометре, или как она называется, короче, не барометр, а этот. Как она называется, напомни мне. Ну, манометр. Вот здесь, короче. Манометр. Вот. Манометр, да. Барометр — это давление измеряет атмосферное, извиняюсь. И, значит, где-то с 280 начали, скорость упала на 0,67 грамма GSB, где-то 220 метров в секунду. Заметьте, 90 выстрелов и 220 метров в секунду, вот 90 выстрелов нам выдал. Короче, нормальная винтовочка, но она чуть-чуть тяжеленькая, вот я, короче, я не могу его держать долго на руках, а так нормально, короче. Ну вот. АТ-44, 10-й К или Q, короче, я не знаю, как она читается по латине, и так далее. Ну вот и все дела. Кстати, восьмерка не металлическая, а пластмассовая, но по кучности винтовочка хорошая. Цену я не знаю, к сожалению, но у нас подешевле, чем у вас. Вот и все дела. Все, Фролган, привет. Давай, все, вырубай.